И снова всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И у меня, не пугайтесь, не политическое видео, хотя политическое видео тоже скоро будет. У меня скоро первый день сезона подходит и так далее. Да, это про гаджеты. И это про те самые гаджеты, которые очень достаточно любимые мною. Да, и достаточно используемые, или, наверное, может быть, даже более используемые, чем мобильный телефон гаджеты, ввиду достаточно плохого, ну или, как, не скажем так, недостаточно плохого зрения, ввиду нежелания портить свое зрение, как вы знаете, и без того нехорошее, да, неважнецкое, я предпочитаю читать все на электронных книгах, тем, что называется e-ink. И вот одна из таких книг сейчас у меня идет в распаковке. Это специфическая книга, потому что обычно я читаю вот такую книгу, да, это то, что называется Onyx Books, как он там, Note 3, по-моему, так он называется полностью. Ей 2,5 года. И самое печальное, что в ней, с ней случилось, это то, что я ее раздавил. Именно раздавил, поскольку читаю я в основном в постели, перед сном, лежа, заснул, проснулся, гипс. Как вы видите, вот здесь вот они незаметны, трещины, но или видно вот сейчас, но ночью, когда темно, а подсветка работает, да, вот они как раз дают очень и очень неприятный эффект. Но, с другой стороны, книга отработала свое на ура. Напомню, это уже вторая книга следующей версии. Да? У меня была одна, она тоже разбилась. Кроме того, я ее так сильно придавил, что, похоже, деформировал ей еще и аккумулятор. Она прожила 2 года, эта прожила 2,5 года, но я планирую ею пользоваться. А вот чтобы, скажем так, все было хорошо и не очень подвергать опасности основную книгу, я решил, потом засинхронизирую, приобрести ввиду скидок и так далее, то есть это примерно соточка евриков, то, что называется, почему-то тоже Onyx, не знаю почему Onyx, но он называется Moan Book Plus. Идея состоит в том, что размер этого Moan Book Plus, не знаю, Onyx оно или не Onyx, составляет или представляет из себя размер мобильного телефона. Вот мы сейчас ее открываем. Тут, как вы видите, какие-то инструкции есть даже. И фактически, ух ты, смотрите, мы имеем дело с обычным мобильным телефоном. Здесь у нас еще есть шнурок. Больше, судя по всему, ничего нет. Обычным мобильным телефоном по корпусу, только намного более легким. Жаль, что я не снимаю сейчас, снимаю, вернее, на iPhone. А только намного более легким. Размер можно было бы сравнить с iPhone Max, Pro Max, но не судьба. Зато мы можем его сравнить с размером того, что называется Xiaomi 13 Pro, да, не 14, 13 Pro, практически, как вы видите, экран плюс-минус похож, но, опять же, да, тоньше, легче, намного более легко, хотя обещают аккумулятор 250 мАч, здесь находится какой-то 4-ядерный 1,8 ГГц процессор, что еще у него, по-моему, сколько у него было заявлено, 16 или 32 гигабайта оперативной памяти. Ну, давайте включим, посмотрим, что тут у нас есть. У нас, как вы видите, тут есть зарядка, кнопочки громкости, потому что он еще может использоваться как плеер, и включение. А громкость, кстати, насколько я понял, можно еще использовать как страницы вперед-назад. Давайте включим. А это включен или как? О, вот оно, включение. Процесс пошел. Лежит в руке хорошо. Размер более или менее. Сейчас будем подстраивать под мои глаза. Посмотрим, что оно вообще предлагает. Загрузочка.
тоже хорошо. Не, ага, я думал, что это уже все, а оно оказывается просто ничего не значащая полоса, да, то есть я думал, она добежит до конца и включится, но он уже третий раз, ага, таблет и стартинг. Ну вот, обратите внимание, здесь все, что нам нужно, сеттинги, книги, различные, как вы видите, читалки, App Store, это очень даже радует. Надеюсь, что это тот самый App Store, о котором я думаю. Ну, тут у нас Account Management, Network Settings. В любом случае, это Android. Android, насколько помню, 11. Позволяет устанавливать APK-шки. Так что поставим WAN, VNet, VPN даже есть. Ну, надо же. Ой, смотрите, как сразу оно все находит. И попробуем подключиться к этому, но странно. Оно что-то спрашивает или что-то запрещает мне. Сейчас попробуем в любом случае еще раз повторить. Тач вроде работает. Ничего себе так. О, смотрите, подключился. Все хорошо. System update. Checking. Может, стоит сразу. А, мы имеем последнюю версию. В хорошем смысле имеем. Так, здесь у нас работает. Что тут нам еще надо? Application management, battery management, полная батарейка. Есть тут опция показывать... А, это не high performance. Ну, в принципе, high performance нам и не нужен. 88% это всегда хорошо. Так, application device settings. Ага, lock screen, sleep. Ну, sound... А где же управление яркостью? Не видно. Ладно, давайте посмотрим, что это за коридор. Allow. И теперь? Может, там какие-то книжки уже есть? Ага. Document will be rendered in color. Почему in color? If device grayscale, you have disabled rendering in the screen sub-menu to reduce memory usage. И где screen sub-menu? Вот это вот screen sub-menu. Или это больше похоже на настройки приложения? Да, это больше похоже на настройки приложения. Смотрите, контраст, фонт, settings. Надо будет поискать включение-выключение, но в любом случае вы видите текст, не видите? Давайте я чуть ниже опущу, и чтобы он был стабильным. Ну вот понятно, для моих старых уже глаз. You can access complete user manual from our page. Не надо. User interface. Next page, previous page, bottom menu, status bar, top menu. Ага. Так это все меню. Bottom menu. Ага, bottom menu, вот. Previous page. Что там еще? По углам. Так, ну в принципе, надо напрягаться. Давайте подойдем другим путем. А другой путь подразумевает под собой то, что мне надо выставить комфортный размер. Font size increase. Что-то я не увидел инкриза. Вы видите инкриз? Я не вижу инкриза.
Как я тут вызывал это меню? О, 24, оно 26. О, вот это вполне себе читабельный для меня текст. То есть, в принципе, странички хватает. Word spacing, medium, word expansion. Не, не надо. 26 или включим 28. Видите разницу между 26? Да, видим 26, 28. Ну, в принципе, вполне себе читаемый текст. Интересно, вперед-назад работает? Не. А как это переключить? А, может быть, потому что я нахожусь в режиме... Это, о, работает, смотрите. Access file, close... И так далее. То есть здесь у нас все работает как надо. Это я по привычке по центру пытаюсь вызвать меню. А здесь тут history, books и так далее. Это что? Ага. Table on content. Это все меню приложения. А как выйти из приложения в основное меню? Эта кнопка не работает? А, смотрите, работает. Вот оно что. Вот оно что. Вот она главная моя кнопочка. Здесь мы разобрались. Дальше. Kindle. Application Store. Что за Application Store у нас есть? И с чем его едят? Ага. Это просто... Close. Это просто... Его Application Store. Соображает он, конечно, тугенько, видели, пока, но хотя, с другой стороны, это онлайн, пока он FB Reader не просматривается, то есть нету такого понятия, как FB Reader. Что у нас в тулах? WeChat, Man, Edit, Badoo, VPS, Office, ух тышка, смотрите, даже Office есть. Word Processing System, непонятно что, и я сказал, да, FV Files Explorer, ну спасибо и на этом, Other, Sudoku, ну в принципе на таком экране в Sudoku только и играть. Да, аппликации не очень порадовали, но с другой стороны, работать можно. Так, это должно быть, я так понимаю, у нас система, браузер. Точно, смотрите, браузер. Давайте, и где, да, нет. Не знаю, что я ответил, надеюсь, что да. Нет, вернее. Это он мне еще по... Слушайте, прикольно. А где больше, меньше? Клавиатурку-то надо поменять. Китайская. Ну ладно. Так. А это он мне включил вообще ненужный режим. Это режим набора. И что делать? Как быть? А, во, о, видите, есть переключатель, оказывается. Просто случайным образом нажавши кнопку, я сразу оказался специалистом по... Ну, давайте... Давайте один. Go. Ух ты. Все работает. Все работает и работает достаточно неплохо. Давайте посмотрим, что у нас есть на флибусте. Конечно, отрисовывает он намного медленнее, чем
тот девайс, который у меня, тот работает намного активнее. Светлейший князь, бла-бла-бла. Да, как-то оно... Давайте возьмем, не знаю. Столичный доктор. Ничего не прочитабельно. Но если мы сделаем побольше, все равно ничего не читабельно, да? Не, уже получше видно. Да все равно без очков, без ничего. Но все равно не очень-то читабельно. А если мы перевернем, кстати? Сенсор не работает, да? Ладно. Попробуем что-то скачать. Ага. Starting download. Ух ты. И куда ты его дел? Downloads. Кем ты откроешься? О, смотрите, CoReader. А, нормально открыл. То есть, в принципе, никакого другого типа FB-ридера и тому подобное мне ничего не нужно. Мне достаточно только поменять абсолютно другой шрифт. Мне этот не очень устраивает. Говорят, что для нормального человека нормальным шрифтом является by default Verdana. Только вот здесь, по-моему, нет режима изменения шрифта. Буду играться, конечно. Zoom DPI. Интересно, а какой DPI у этого? Тут не написано. Экран сам 1440 на 720. То есть, в принципе, такой extended. А вот DPI у него 96 дюймов. Ладно, я буду играться этим. Line spacing чуть больше сделаем. Render mode book. Это, наверное, left margin, да, это не то. Так все-таки можно поменять шрифт на более приемлемый? Ага, почему-то не запомнил. 26 я хочу, чтобы был. О, даже 28. Во, вот теперь читать можно, а может 30. По одному слову на строку. Ну, с другой стороны, в руках при этом можно и попользоваться. Тут нету выбора. Image scaling нету. Этого нету. Контраст. А я-то, кстати, не нашел, где управление. О, так смотрите, когда контраст делаешь больше, оно и читается лучше. Font weight и пожирнее шрифтик, смотрите, ух тышка, как он пошел отлично. Это оно, да. А где же все-таки включается подсветка? Я вот не понял, подсветка работает или нет, потому что обещали настройку, и как ее вызвать. Ага. О. Ага, вот она, смотрите. Auto brightness, не надо. Темный, холодный, громкость. Close notification, no notification. Вот она. Не надо, auto warm. О, работает, смотрите, как классно работает. Мне потеплее цвет. О, теплый цвет, он как-то приятнее смотрится. Смотрите, контраст, о, яркость работает. Все работает. Все как надо работает. Все подключено. Clear mode. Balance mode. Quick mode. Ага, вот почему тормозил браузер. Потому что clear mode. Balance mode. Потому что clear mode в режимах книг. Он приводит к тому, что книги браузеров сначала полностью очищают экран, а потом уже начинают что-то рисовать.
Так, скриншот нам не нужен. Рефреш. Вот. А что рефреш? А, это просто обновить, если мы видим мусор. Ну ладно. А спид? Непонятно. Так, ну по крайней мере управление яркостью мы нашли. Девайс сеттинг. Тут у нас все больше по девайсу самому. Видите, вот, кстати, артефакты остались, если не включать полную очистку экрана. Но меня они не беспокоят, а остальным тоже пофиг, правда ведь? Functional Key. Вот, смотрите. Default. Volume Previous. Next. Окей. Пусть будет, можно переставить. Тоже хорошо. Что еще у нас? System Navigation. Что такое System Navigation? А, System Navigation. System Navigation. Надо будет ознакомиться. Battery Management. Мы уже Battery Management прошли. Account Management. System Account. А какой нам System Account? Нам вообще не нужен System Account в какой-то китайской системе. Ну все. Готово. Отлично, я считаю. Выключаем. О, только зачем он мне это показывает на китайском? Непонятно, надо еще покопаться с языком. Все, смотрите, как круто. Включили. Погнали. И с собой в работу можно... А, вот еще мой есть. А, Factory Cast Screen, не надо. И с собой в работу можно взять, в дорогу, в карманчик положить и все остальное. Судя по всему, 88, мы вот 20 минут издевались над девайсом. Как было 88%, так и осталось. Так что имеет право на жизнь. А я еще раз хочу напомнить, что внизу в описании к видео, всплывающих аннотациях и в конце видео, есть ссылочки на другие мои гаджеты, в том числе и на вот эту вот книжечку, в том числе и на... различные обзоры технические и путевые заметки из разных стран мира, там где я живу, там где я путешествую, ну и конечно же, где все это можно заказать. Ну и пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу на предмет разных гаджетов, что, где и как, зачем, почему и тому подобного. А напомню, что с вами был я, Игорь Шеститко. И всем удачи, счастливо, пока, не забывайте подписываться. Увидимся.